Курчатова, 26. Во дворе, окруженном несколькими пятиэтажками, чистота и порядок. Возле одного из подъездов этой хрущевки собралась небольшая делегация. В руках цветы и подарочные пакеты. Старшие по домам и представители управляющей компании коммунальное обслуживание поднимаются в квартиру к человеку, от которого и зависит внешний вид этой придомовой территории. Но таких дворников действительно нет. У нас дворник замечательный. И все его знают. И он с утра встанет, все сделает. И если что-то не так, старшему дому подойдет и скажет. Ну, молодец. Просто низкий поклон ему за это. В своем поздравлении юбиляру главный инженер управляющей компании коммунальное обслуживание особо отмечает. В свои 70 лет Юрий Николаевич является примером для гораздо более молодых коллег. Будьте здоровы, не болейте, работайте еще долго. От директора денежная помощь небольшая, я думаю, что она вам пригодится. И еще подарочек. У нас есть подарок. Мы знаем, что, да, что вы занимаетесь рыбалкой. И вот этот термосос, куда вы будете наливать чай и вспоминать нас на рыбалке, я думаю, вам пригодится. О своей работе юбиляр может говорить долго. Но самое главное, считает Юрий Иванов, это искренне любить свою профессию и хотеть нести людям радость. Люди тоже есть люди, правда ведь? Охота же сделать какое-то добро. Вот в 5 часов встану, побыстрее подмету, пока мне на работу не выходит. На работу вышли, у меня все готово уже. Так что работа у нас, хотя и, как вообще говорят, неприятная, но зато почетная. Наталья Васильева, Виталий Немов, новости Димитровграда.